Приветствую всех пчеловодов-любителей и профессионалов. Всем пацанам и девчонкам привет. Кто любит пчелок, кто с ними работает. Сегодня на пасеке наблюдаю вот такую вот картину. Пчелки чистят прилетку. Это не в одном улике. Вот там дальше еще в одном улике. В этом уже вот перестали в среднем. Это уже третий день они чухают прилетку. Почему? Вопрос, конечно, все задают, но никто не может на это ответить. Залез я в интернет тоже посмотреть, почему пчелы чистят прилетку. Так вот, есть там такой автор Евсеев. Он говорит, что скорее всего, что в улей кто-то хотел пробраться. Или пчелы другие, или осы, или шершни. Ну, может, нападение какое-то было. В общем, пока еще непонятно, неизвестно. Что-то пчелки немножко агрессивные, немножко атакуют меня. Ну, ничего, продолжим. Многие говорят, что нету взятка. Ну, взяток у нас сейчас есть, цветет липа. Вон там дальше улики, все работают, а эти чистят, но и тоже не все чистят, а некоторые пчелы продолжают работать. И почему вот тот улик тоже начал работать, 2 дня они чистили, на третий день перестали. Дальше улик, вон дальше еще один, тоже ходят, чистят, говорят, бездельничают, нет взятка, но есть, липа цветет. Некоторые говорят, клещ. С этим борюсь, пчелы обработаны, все нормально насчет клеща. Короче, подошел к улику и увидел вот такую вот картину. Смотрите, что делается на полу. Не обращал внимания. Сколько мертвой пчелы. Вот она, и там дальше. И именно возле этих 3 уликов. Может, действительно Евсеев прав, что был напад какой-то на эти 3 улика, и пчелы защищали свою территорию. Откуда взялся этот подморник, понять не могу. Потравы нету нигде. Была бы потрава, так те бы улики тоже потравились. Но там все чисто, подмора нету возле уликов. А здесь вот на полу вот они лежат. А эти чистят. Может быть, удаляют запах прилетевших пчел. А что получилось? У нас в этом году очень много роев. У меня тоже 2 роя вышло. И от соседей прилетают очень много роев. И в последний день, когда я уезжал, надо было уехать, прилетел рой. Вот я думаю, может, он был без матки. И пчелы пытались впроситься вот именно в эти 3 улика. Я не успел его снять, надо было уехать. Может, они пытались войти именно в эти 3 улика. И я так понял, может быть, часть впустили, а часть так и осталась лежать вон в борьбе с неравными. Это так мои предположения разные. Может, кто подскажет, почему и как. Ладно, всем пока. Вот подошел к другому улику. Пчелки работают. Все нормально. Прилетку не чухают. Обножку несут. Все хорошо. Улик на 12 рамок. Украинская рамка. С 2 145 корпусами. Очень удобный улик. Доволен я этими уликами. И испытываю в этом году пару альпийцев. Тоже неплохой улик. Красиво пчелки работают. Липа цветет. Ну что ж, всем пока.